Следующий лот полезен для вашего как женского, так и для мужского здоровья. Да, что... Это термобелье Утта. Удивительно, что данный лот у нас идет как для женщин, так и для мужчин. Мы призываем вас, впереди долгая зима, мы живем в России, это не один, не два месяца, а намного больше, даже март бывает холодным. Поэтому самое время позаботиться о себе и присмотреть себе термобелье. А я уверена, что вы покупаете белье. Вот я, например, я Юлиана, тоже, Надь, покупаю конечно. Каждую зиму, но я чувствую, что пора уже обновиться, а здесь что-то новое, что-то интересное. А знаешь, в чем тут, Надя, секретик? Ведь это двухслойное волокно. Волокно сверху у нас верблюжья шерсть, верблюжий пух, а внутри особое нановолокно, нанотерм, которое состоит в большей своей части из кофеволокна. Это новинка в мире термобелья, и она доступна вам, не выходя из дома. Я думаю, нужно пояснить одну минутку буквально, что такое кофеволокно. Это волокно, которое позволяет поглощать неприятные запахи. Об этом чуть попозже мы вернемся, но, конечно же, сейчас готова наша модель. Давайте посмотрим, как же сидит этот комплект на великолепной фигурке. С удовольствием посмотрим. Надя, если честно, я удивлена. Мне кажется, что термобелье обычно выглядит неэстетично, но тут наша модель выглядит очень привлекательно, и я знаю, что она никогда не вспотеет, ей всегда будет комфортно, потому что влага, отталкивающие свойства кофеволокна – это чудо, это новинка. Да, здесь сразу несколько великолепных свойств заложены непосредственно в ткань, ведь производитель – фирма «Доктор». А фирма «Доктор» сотрудничает с разработчиками и знакома с последними новейшими изобретениями. Это фактически нано-одежда. Ну, во-первых, этот комплект, он гигроскопичен. То есть вы, даже если вспотеете, эта влага очень быстро поглощается тканью и удерживается в ней. Это сухое тепло. Во-вторых, это гигиеничный комплект, потому что здесь у нас верблюжий пух, который обладает такими свойствами. Он не позволяет болезнетворным бактериям, которые образуются в могут образоваться, конечно, когда вы потеете, размножаться. Надь, нужно не забывать ни в коем случае, что это не исключительно женское термобелье. Вот это термобелье, между прочим, очень любят мужчины, которые занимаются профессиями, которые даже связаны с риском. Это пожарные, это охотники, это полицейские. Все оценили термобелье, потому что оно обеспечивает максимальный комфорт. Да, в принципе, всем, кто занимается активным образом жизни или занимается, кто ведет активный образ жизни, занимается спортом, данное термобелье показано в первую очередь. Ну, а я хочу рассказать еще про кофе. Вот почему вы думаете, именно кофеволокно здесь используется? Может быть, кто-то был в бутиках духов? Вот когда я мы была, много, Надя, да, нюхаем много, большое количество духов, нам потом предлагают щепотку кофе для того, чтобы освежить свои рецепторы. Ведь кофе, или, допустим, если вы на кухне что-то резали, лук или мясо, и руки неприятно пахнут, помажьте их молотым кофе, и запах мгновенно улетучится. Именно из этих соображений производители встроили сюда нано-нить, кофейное волокно. Надя, это действительно прорыв, я об этом слышала где-то отдаленно, но не могла подумать, что по таким сравнительно привлекательным ценам можно приобрести две вещи. Ведь это верх и низ. Да, ведь это целый комплект. Нам ведь должно быть тепло, мы ведь не хотим мерзнуть ни снизу, ни сверху. Поэтому очень выгодно, во-первых, это намного выгоднее, чем покупать по отдельности, а во-вторых, великолепная цена премьеры 3850, и это за целый комплект. Между прочим, многие женщины и мужчины всегда стесняются своего внешне неэстетичного такого термобелья. Вот знаете, пожалуйста, что здесь вы и выглядеть будете привлекательно, и вам всегда будет комфортно, это ощущение сухого тепла, вам будет не жарко, не холодно, вам будет хорошо, это прорыв, это нанотерм. Те волокна, которые вмонтированы в структуру термобелья Утта. Ну, давай продемонстрируем нашим телезрителям, как мы это любим, да, пощупать, потрогать. И вот как тянется фантастика! Великолепно. Фантастика! Здорово! Ну, не туника, это, наверное, все-таки... Ну, это просто кофта. Кофта, да. Верх нашего комплекта термобелья тянется отлично, но, между прочим, тянется в необходимых проекциях. И очень пружинит. Вот на растяжку, да, я понимаю, что ткань просто возвращается назад. Она даже тянет. Вот ты растягиваешь, она просто берет и собирается... к центру для того, чтобы держать свою идеальный форму. Идеальный вариант для всех лиц, которые берегут свое здоровье. А вот женщинам хочу заметить, максимально привлекательна для мужчины только та женщина, которая является здоровой. Поэтому, пожалуйста, берегите себя. Берегите себя, будьте в тепле этой зимой. Ну, я хочу обратить внимание, что это еще и экологически чистое белье. Ведь обратите внимание на его цвет. Цвет натуральный. Здесь Ой, не применялись никакие красители. А все почему? Потому что
верблюжий пух очень сложно поддается окрашиванию, да и не нужно это, конечно, потому что у него великолепные свойства гидроскопические, зачем их портить, правда? Ой, как приятно трогать, Наденька, мне так нравится, такое тепло отдается. Между прочим, я всегда волнуюсь, у меня слегка потеют ладони. Вот я прикасаюсь к этому термобелью, я понимаю, что она забирает влагу в себя, ее куда-то транспортируют, я понимаю, куда. Вся влага уходит наверх, в тот самый верблюжий пух, который потом транслирует это вовне. Влага уходит, впитывается нашей великолепной тканью, и вы должны понимать, что если есть какой-то запах изначально присутствует, то он очень быстро испаряется, уходит, благодаря тому, что здесь используется кофе-волокно, которое позволяет нам, которое позволяет поглощать все неприятные запахи. Надь, вот если ты не против, я тебя ненадолго оставлю, я пройду к нашей Любе. Между прочим, Люба предпочитает размер одежды 50-52, а что касается ее роста, так он составляет 175 сантиметров. Посмотрите, здесь естественная комфортная посадка нашего верха доходит до середины бедра, поэтому поясница закрыта, почки закрыты, все наше женское, да, что мы бережем, тоже ты закрыто. Знаешь, есть такая проблема, когда я искала термобелье, китайские производители очень сильно маломерят, и бывает, что рукава коротковаты, или вот так попа не прикрывается, ведь это важно для того, чтобы смотри, было тепло. У нашей Любы рост 175, ну посмотрите на ее рукавчик, Люба, покажи, пожалуйста, рукав. Так. Посмотрите, как такой запас, это очень тепло, это, эти модели не маломерят, они идут размер в размер, вы будете чувствовать себя в них очень комфортно. Мне очень нравится, что у наших модниц появилась возможность, и модников, кстати, появилась возможность не только привлекательно выглядеть, но еще и заботиться о своем здоровье. Пожалуйста, зимой всегда одевайтесь тепло. Если вам хочется забыть о том, что такое грузная верхняя одежда, приобретайте для себя термобелье УТА от нашего партнера Доктор, вам всегда будет хорошо. А я хочу продемонстрировать изнанку данного изделия, потому что всегда нужно смотреть любое изделие, которое вы собираетесь покупать, именно с изнаночной стороны. Посмотрите, вот здесь качественный плоский шов, что немаловажно, потому что это белье, оно будет прилегать к вашему телу. Вот посмотрите, здесь показываю, что шов фактически не выступает. Ой, это же так удобно, он плоский, он никогда не натрет. Знаете, вот можно я чуть-чуть испорчу эту картину, я попытаюсь здесь сделать затяжку, но я понимаю, что у меня не получается. Почему? Все дело в плетении, потому что качественная вязка, качественный трикотаж, он не позволяет затяжкам образовываться, потому что затяжки портят внешний вид, конечно, изделия. Затяжки старят наши вещи. Нам этого не нужно, поэтому мы выбираем лучшее, поэтому мы вам рекомендуем данное термобелье УТА компании Доктор. Если вы хотите, чтобы нанотехнологии наконец-то вошли в вашу повседневную жизнь, выбирайте для себя высококлассное термобелье УТА по цене премьеры 3850 рублей. Вы приобретаете и верх, и низ, стильные леггинсы и кофточку из линии термобелья.